Расскажите свою историю, Роуз. Когда я встретила Майкла Макнолти, то поняла, что буду ждать его всегда. Я уеду ненадолго, Роуз. Надеюсь, ты меня дождешься. Кому ты симпатизируешь? Нам или британцам? Тщательно выбирай, с кем общаться. Женщина может смотреть мужчине прямо в глаза, если она его жена. Я лучше пойду. Будешь со мной встречаться, Роуз Клэр? Я бы могла, будь у тебя манеры. Ты понимаешь, какой властью обладаешь? Роуз! Я не хочу, чтобы на меня все глазели, Джек! Я люблю тебя, Роуз! Иди домой, Джек. Открывай. Говори, где он. Ты пришел, чтобы забрать меня домой? Да. Склонна к нимфомании. Нуждается в интенсивной терапии. Беги, Майкл, скорей! У меня предписание забрать вас в лечебницу Сент-Валентайн. Укройтесь одеялом и успокойтесь. Но я ничего не сделала. Живо! Есть такая болезнь, которая не позволяет людям воспринимать истину. Я назвала свой дневник «Книга Роуз». Это мое тайное писание. Я ирландка, святой отец, до мозга костей. Как вы себя чувствуете? Словно у меня забрали душу. Две истории, которые верить. Что я говорил? Нельзя смотреть в глаза. Я боюсь себя. Пожалуйста! Пожалуйста! Майкл! Роуз! Истина — это все, на что смотришь с любовью.